самом деле очень круто, что на сегодняшний день на таком уровне проходят чемпионаты России по женщинам, а еще, что более важно, для девушек показать не только, что они сильные, но еще и красивые. Медиавзвешивание помогает каждой ярко, красиво выразиться, показать всю свою красоту, а в ринге показать всю свою силу и мощь. Поэтому это для девушек очень-очень важное мероприятие. Это подогревает интерес публики, ну и самих спортсменов уже настраивает на финал. Чувствуется атмосфера таких, да, финальных боев, праздничная. Плюс мы агитируем людей, народ, чтобы они пришли на соревнования, поддержали спортсменов. Конечно, это все на популяризацию нашего вида спорта. Ну и фон такой создается эмоциональный перед финалами. Я думаю, что это очень интересный формат, и хорошо, что он применяется у нас. Я думаю, что его надо делать.